В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в рамках молодежного проекта «Поколение зеленых воротничков», который был реализован студенткой Казанского федерального университета, состоялся круглый стол на тему сити-фермерства, технологии урбанизированного сельского хозяйства. Грант направлен на развитие сити-фермерства в Республике Татарстан. В рамках этого проекта прошел первый в Татарстане агрохакатон, направленный на агродизайн и сити-фермерство. Натурально вкусно и, главное, круглый год. Огороды в городе или так называемые сити-фермеры становятся трендом крупных городов. Чтобы вырастить огурцы и помидоры, больше не нужна ни дача, ни грядки, ни даже солнце. С помощью гидропоники можно выращивать любые продукты от микрозелени до корнеплодов. И никаких вредителей и болезней. Это становится неким трендом не только у горожан, но и у предпринимателей. У нас в последнее время на фабрике предпринимательства набирает популярность направление именно сити-фермерства. Ни в одной стране сельское хозяйство не развивается без государственной поддержки. Это то, что сейчас поддержка дошла от крупных агрохолдингов до непосредственно конечного каждого фермера и предпринимателя, задействованного в этой сфере, позволяет многим предпринимателям существенно снизить стартовые потребности финансирования для того, чтобы запустить проект. В рамках круглого стола состоялось награждение победителей агрохакатона. Победителем стала команда «Агросити». Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.